Всем привет, вы на канале Айс. Сегодня я расскажу о жизни Миланы до того, как она стала известна. А если тебе понравится мое видео, то обязательно подпишись на канал и поставь лайк. Ссылочки на биографию других тиктокеров я оставлю в описании. Переходи и смотри. А теперь я тебе пожелаю приятного просмотра. Милана Некрасова родилась в 2008 году в Ленинградской области. У Миланы нет братьев и сестер. Она единственный ребенок в семье, живет с мамой и папой. В настоящий момент Милана учится в 5 классе в городе Энгельс. Она хорошистка, в основном получает четверки. Девочка окончила 4 класс почти на отлично. В прошлом году у нее был первый выпускной, а также с 6 лет она изучает английский язык. С одноклассниками у нее хорошие отношения, правда, лучшей подруги у нее нет. Причем ни в школе, ни в интернете. В одном видео на своем YouTube-канале Милана попросила, чтобы девочки не называли ее лучшей подружкой. Милана Некрасова очень активный ребенок. Она и минуты не может просидеть на одном месте. Девочка так любит плавать, что порой ей даже хочется жить в воде. Зато Милана не умеет кататься на велосипеде. Некрасова много танцует, поэтому носит в основном кроссовки. В сандалях и туфлях бывает, что натирает мозоли. На каникулах она с родителями путешествует по разным городам России. Девочка ни разу не бывала за границей и не летала на самолете. Оказывается, Милана ужасно боится темноты. Девочка сильно пугается, если ночью слышит какой-то шорох в своей комнате. Еще она ненавидит мошек и комаров. У девочки аллергия на укусы насекомых. Милана долго чешется, если ее кусают комары. Также хочется сказать, что Милана с детства носит сережки. Родители прокололи дочке уши, когда ей был всего один годик. 9 лет девочка впервые покрасила волосы. Ей сделали тонирование розовым цветом. Иногда она красит пряди в фиолетовый оттенок. Тонировку она делает только на каникулах. В школу девочка ходит с естественным цветом волос. Ну вот такое видео у меня получилось. Если тебе понравилось, то обязательно подпишись на канал и поставь лайк. А теперь всем пока. У меня интересная коробочка. Underground. Что такое underground? О, это после Что такое underground?